Доброе утро. Утро начинается с зарядки, называется. Правда, у нас позднее утро. Сегодня все проспали. И Сима сегодня спала. И Ярик сегодня проспал. Чем мы как-то вообще не сообразили, когда она маленькая. Я представляю, было бы как классно, когда она маленькая была, вот такое ее сделать. Но она сейчас отыгрывается. Страха нет вообще. Ой, шустрая такая. Сима. Андрей повыше сделала. Я делаю больше упор, чтобы было вот так вот под ногой. Стоишь? Сим, думаешь, как прыгнуть на этот? На потолок? Зайчуля у меня тут проспал 10:30 почти. Если вы не посмотрите по времени, мы сегодня, конечно, вот так вот. Я даже не знаю сама, я наверное, в таком виде я тоже легла. Чуть ночью как-то я просыпалась, засыпала. О, сейчас я вижу, что у меня голова вообще ужас. В каком виде? Это надо сейчас будет тоже приводить в порядок. Я сейчас пью. Вот этот сердолут. Это ужас. И он же миорелаксант. Но, в принципе, на самом деле, может быть, он куда-то поставил камеру. Может быть, поэтому и надо мне было. Но я днем периодически так, это, знаете, как бы расслабляюсь. И ночью уже сплю. Сплю. Вот, правда, получается, днем у меня такое состояние. А ночью я спать не хочу. Я вот ночью, что-то второй день, третий день как-то плохо спала. У меня еще плюс что-то ноги болели сильно, именно пятки стерла. И я уже сегодня даже носки одела в носках, ночью намазала кремом. Вот, не знаю, весна, может быть, у меня вот как бы у меня такая проблема была в Евпатории. Я думала, это чисто от Евпатории, от этого зависит, от того, что я там песок, соль. Но нет, вот сейчас вот здесь то же самое получилось. Я вот теперь уже сильно носки одела и смотрю, уснула. И с ним проспала здесь вообще вот так вот. Ладно, встаем. Сейчас будем быстро что-то делать. Надо будет. Подожди, звук давай. Выбери равные по массе предметы. Выбери равные по массе предметы. Смотри. Смотри, здесь у нас груша и слива. Груша, смотри, тяжелее, чем слива. А на второй картинке, смотри, яблоко стоят и груша. Видишь, они равны. Так выбери одинаковые по массе. Какие, как ты думаешь? Так, груша. Еще что? И слива, думаешь? Ну, груша, смотри, она тяжелее, чем слива. Значит, слива не пойдет, она выбывает. А тут, смотри, яблоко и груша, они одинаковые по массе. Думаешь, яблоко, да? Да. Ну, нажимай, нажимай. Нажимай. Это логик лайк. Нажимай на яблоко. Ты уже нажал. Угу. Ну. А теперь давай проверим. Теперь давай проверим, правильно, неправильно. Ну. Правильно. Выбери равные по массе предметы. А, пошел. Выбери по массе предмета. Смотри, дыня и тыква, они одинаковые по массе. А арбуз больше, чем дыня. Так, дыня, еще что? Тыква. Ну, в принципе, да. Давай проверим. Посмотрим. Ответ, принять ответ. Ответ принять сделай. О, сотню. Не торопись. Мы сначала узнаем. Выбери равные по массе предметы. Смотри, груша равна яблоку. А две сливы равны одному яблоку. Выбери одинаковые, равные по массе. Какие ты думаешь будут? Груша. Принять ответ. Ответ принять. Посмотри. Там всего два варианта. А ты уже выбрал два варианта. Ну что она там никак? Подожди, убери руку. Это плохо срабатывает, да. Видишь, правильно.
О, урок пройден. Ты молодец. У нас три еще эти молнии есть. Наведи порядок, логика, взвешивай. Ну, ну давай, наведи порядок, нажимай. Соедини пары. Значит, коробка квадратная с квадратным, круглая с круглым. Правильно, правильно, Яр. Ты правильно сделал. Поставь его на место. Правильно, умница. Круглая с круглым, прямоугольная с прямоугольным. Угу. Дальше. Угу. Не торопись, не торопись. Поставь на место, не торопись. Угу. Принять ответ, да. Молодец. Давай соедини дальше. Пары. Соедини пары. Молодец. Дальше. Дальше. Принять ответ. Молодец. Неплохо. А теперь давай повтори. Северное сияние – это естественное или искусственное? Естественное, правильно. Солнечный свет – естественное или искусственное? Правильно. Керосиновая лампа, Яр? Нет. Подумай. Звезды. О, звезды. Нет. Лучина. Искусственная. Правильно. Костер. Нет, Яр. Костер ты же сам делаешь, Яр. Туда делаешь то, что ты сам. А туда то, что ты сам не можешь делать. Молния. Ну, молния, правильно. Факел. Можешь делать сам, правильно. Да. Угу. Все, видишь, молодец, здорово. Молодец, ты прошел карточку. Видишь, умница ты. Спасибо. Поцеловать? Мы Зима. Зима, все, давай. Дальше поехали. Ну. Молодец. Легко. Легко? Сейчас снова зажигаем. Давай, задувай, на меня. Ну. Пальцы горят у меня, быстро. Яра. А Яра, чем быстрее, тем он. Симуша. Чем у него отключается этот. Симуш. Ты это видела? 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 Ты подожди, будешь, голову ты? Подними сейчас. Задувать будешь? Аж парень. Сим, задувать будешь? Сим уже знает огонь. Он уж сильно не лезет. Давай. Ты задувай. Он же, кстати, хуже стал вот это спички задувать почему-то. То ли он слюной, хорошо, то хорошо, он без камеры он хорошо задувает. Как камера, он начинает у него... Отключается какое полушарие? Среднее, наверное. Начинает показывать все свои отрицательные стороны. Давай, дуй. Задувай все. Поехал. Голову подними. Давай. Давай, молодец. Еще. Голову подними так. О, еще. Легко, ага, тяжело. Самое главное всегда условие, чтобы было окно открыто, потому что была подача кислорода. Потому что когда дуешь, очень-очень
Это действует все на голову. И погода что-то у нас какая-то сегодня вообще. Да, ну уже второй день. Вчера тоже. Вчера тоже. Было. Но сегодня, мне кажется, вот еще хуже. Не было. Вот сегодня тоже самое вроде. А, вчера дождь был. Я смотрела по Яндексу. Да. Знаешь, как он прошел? Он просто вот прям рядом-рядом с Калугой прошел. Так, ты сейчас упадешь. Ты филонишь, Яр. Встаешь и на него задуваешь, Яр. Так не считай. Пока отвернулся отец. Он устал из-за него. Голову поднимай. Сейчас дуешь, как Сима, опаленый. Давай, дуй. Без усов. А ты будешь без бровей. Яр. Ноги поставь, Яр, у тебя будет надо нормально. Яр, ноги поставь. Будешь баловаться, я не буду делать. Яр, ноги поставь. Яра, ноги поставь, у тебя ног нету. Слышишь меня? Нет, у тебя опоры нету? Опоры нету, ты не понимаешь, у тебя не идет ничего. Давай. Поставь ноги. Поставь, ноги поставил? Давай. Так их и не поставил. Сидит. Ну, кстати, ноги все обмундированные тоже. Вот. Ну, корсет и этот. Ну да, чтобы он. А теперь давай. Поехали. Ну, соберись и пошел. Давай. Сима, дуй. Все вместе. Скажи, я уже знаю, что такое огонь. Она боится. Я уже боится, да, она уже не подходит. Она и на кухне уже сидит на лавочке, когда я говорю. Ну. Уже. Вчера даже вода была, она хотела пить вчера, и там, смотрю, огонь. Она посмотрела, что огонь, быстро спрыгнула и даже не стала рядом что? Пить. Я вниз ей спускала. Зажигать? Что ты там? Что? А? Что? Что, моя вот девочка? Здесь, что, моя красавица? Да. Что мы? Я твой вообще не понимаю. Лингвист нас, или как он там читатель? Лингвист или куда? Полиглот. На каком разговариваешь? Что? Посуду мыть. Занимайся посудомойщик. Можно и не заниматься, да? Основная у нас есть уже профессия. Посудомойка. Давай. Как они делают вот эти вот, что они прям на минималке совсем застегивают. Это надо быть вообще доходом. Ну, а они в основном все такие. А чуть-чуть, если потолще ребенок. Стой, я, подожди. Подожди. Чуть опускать, да? Я, подожди, ты своих. Выпрями ноги. Поехали. Походим немножко, попробуем. Ой, ты. Что? Нет, вот здесь мы ходим. Давай. Слышь ты. Ага. Давай. Я. Все, не начинай о чем-то другом. Думаю о ходьбе. Там переваливаться, да, здесь надо? Здесь немножко, ну а здесь тут уже правильная ходьба. Тут уже не побежишь, да? Здесь уже правильная ходьба, я. Тут уже не побежишь. Тут уже принцип терминатора срабатывает, да? Шарниры этот блокируют твои. Так держи себя. Нет, он просто по-другому. Нет, я. Нет, сейчас никаких думок других. Он думает, как посуду помыть, как цветы полить. Он не думает, что надо дойти. Вот ты сделай занятие, потом будешь заниматься. Если бы ты думал, что как идти, тогда бы другое дело. А он думает, как посуду помыть. Посуда будет в награду. Да. Косым боком не ходи. Давай. Нет, я. Все мытье, все. Давай, пока мы занимаемся. Аккуратно. Лови себя, останавливай себя. Стой. Вот позанимаешься, подойдешь вот так вот, ты помоешь и попалешь по этот. Думай о том, как ты ходишь. Иди ровно. Тормози себя. Лови себя. Сейчас даже не придерживаешь себя. Нет, не беги, а останавливай себя. Пошли тогда в обратную сторону, чтобы тебя не видно, будешь в обратную сторону тоже ходить, чтобы тебя не таскало. Потом будет поздно.
Кто его знает, когда рано? Что? Нет, давай. Все, нет, лови себя, равновесие. Вот, удержи. Держи себе. Мало вдруг я поскочу. Что, башка... О, башка выросла. Радует. Радует. С ходунками уже надо так выходить. Упал, так упал. Сам за себя отвечает. Открой дверь. Нет, ты идешь наоборот. Вот, остановись. Спину держи. Палку мешает. Ну давай. Иди, иди, иди. Иди. А, куда ты пошел? Пьяница. Давай быстрее, потом времени не будет. А он уже все, он уже думает, он уже ходит, он уже пошел на улицу, собрался. Равновесие надо, нет, сначала надо учиться равновесию уже. Потом будем мыть, нет, посуду мы не идем еще мыть. Да. Когда ты научишься вообще ходить без меня вот так вот, тогда пойдешь посуду. Иначе после тренировки только. Яра, сейчас еще тренировка основная, пожалуйста, не расходуй свои силы и мои. Поднимай голову. Голову поднимай. Давай, пошел. Лови себя. Останавливай себя. Я, как с ходунками, вот так же останавливай себя. Остановил себя. Стоишь ты? Вот сейчас просто стой. 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 Вот ты стой, просто стой. 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 Яра, стой. Стой. Сейчас мама мне пульт даст, а ты пока стой. Стой. Просто дай стой. Мне пульт, пожалуйста, Мил. Стой. Ты пока стой. Нет, ноги выпрямляй. Не проседай. Еще. Еще ровнее. Вот. Еще выпрямляй ноги. Давай, 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 стой. Нет, стань ровно. Ты сделаешь два хода туда, оттуда и туда. И туда. Да, и туда, и туда. И потом мы будем... Уже все, будем дальше тренироваться, ладно? Все, давай быстрее. Все, стоишь? Зарядка заканчивается, давай быстрее, Ярослав. А что нога у тебя трясется? А? Давай, встань. Что нога у тебя затряслась? Встань ровно. Еще. Ровно встань. Стоишь? Орать не надо, я тоже могу орать. Все у меня орать здесь. Без нас. Пожалуйста, что хочешь, иди хоть на этот мусор выноси. Включить надо сначала. А ты там, ты же кассир. Где включатель у кассы? Большая кнопка где? Нет, там это, там хочет вот эти, а это же вот off. А, ну наверху, да. Желтую кнопку нажимай. Только без звуков вот этих можно. Получается?
Пошли. Молча. Голову поднял, иди молча. Держи себя, равновесие держи. Никогда не знал, как мой сын будет ходить, да? Как это будет, да? В какой позе, да? Ну, кстати, неплохая поза достаточно. Я думала, хуже будет. Что тебе больно, ты кричи мне, чтобы я понимала. Яр теперь орёт без конца, что ему все будет. Давай, поехали. Раз. Яр, ну все, без баловства. Давай. Яр, без баловства. Поехали. Раз, еще. 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 Давай, быстрее. Hey!
Давай без ржачи, голову не бросай. Поднимай. Мама. Давай, достижение, он голову не бросил. Давай. Ты никогда его не должен бросать. Еще, тянись. И вперед не бросай. Давай. Ну да, если учитывая, что раньше вообще, помнишь, сбрасывал? Давай, быстрее. Голову, где она у тебя? Поднимай голову. Нет, орать вот здесь вот, орать, давай вообще здесь без ора, здесь просто делаем, потому что здесь орать не надо. У тебя здесь плечевые суставы. Подними голову на подбородок. Возвращай. Раз. Еще. Еще. Возвращай. Теперь садишься. Плечами. Еще опусти. Поднимайся. Пошел. Раз. Прогибайся. Прогнулся, опустился. Давай, Яр. Раз. Еще. Два. Опустился, Яр. Три. Опустился. Четыре. Рот закрыл. Четко выполняешь. Спину не гоняй. Раз. Два. Яра, спину держи. Четыре. Хорошо, мы вышли на улицу. А Сима здесь нас караулит. Сейчас Эмилька вот пришла тоже к нам. Пришла стираться, не знаю. Мы же озон вчера, мы забирали вчера озон. Она сейчас пошла, принесла, за озоном пришла, вот. А холодно, так скажу вам. Очень даже. Яр, пошли, сейчас она телефон мне должна вынести. Я телефон забыла дома. Сейчас она вынесет. Яр, быстро выравнивай ноги, пожалуйста. Что ты хочешь, мяукаешь тут? Кушать такой. Нет, мы кормить сейчас никого не будем, потому что холодно, нам походить немножко, давай вокруг дома. Я боюсь. Не надо его гладить по глазу. Яр, не надо. Сейчас у тебя руки будут потом это грязные, нам еще идти неизвестно, да, уличное, что это. Какой кот? Нет, давай не будем его трогать. Во-первых, ты не знаешь его. Чужих кошек не надо гладить. Во-первых, она может... Ну, этот как-то что-то слишком... А что ты пытаешься тут нам показать? Кувыркаешься. Ну, давай сейчас идем. Аккуратно.